В Солигорском райисполкоме новое назначение. Заместителем председателя Солигорского районного исполнительного комитета назначен Игорь Карака. Уроженец Солигорска в 1996 году закончил Высшее пожарно-техническое училище Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Работал на должностях среднего и старшего начальства МВД и органов подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Занимал должность заместителя директора по коммунальному производству СГУПП ЖКХ «Комплекс». Работал начальником бюро кадровой и правовой работы автотранспортного цеха Открытого акционерного общества «Беларусь-Калий» и унитарного предприятия «Калий-Спецтранс». В 2017 году назначен начальником отдела кадровой и идеологической работы «Калий-Спецтранс». Является депутатом Солигорского районного совета депутатов 28-го созыва, награжден медалью за безупречную службу 3-й степени. Позвольте от вас поздравить Игоря Николаевича и пожелать совместной работы. И вручить удостоверение. У меня направление социальная идеологическая работа. Наверное, все-таки одно из самых важных направлений. Тем более в этом году Солигорскому району предстоит отпраздновать 95-летие Солигорского района. 75 лет освобождения Республики Беларусь, которое мы, конечно, празднуем 3 июля. Планируется очень много торжественных мероприятий. Это и шествие, это и митинг на развилке по дороге в Старовин. Год очень сложный, год очень насыщенный, очень много работы.